Более 4000 школ, детсадов и техникумов планируют капитально отремонтировать в России в период с 2025 по 2027 годы. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». В перечень объектов вошли 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. В Самарской области на 2024-2025 годы от муниципалитета в Министерство просвещения Российской Федерации было подано 115 заявок на капремонт школ, 33 из которых одобрены и приняты в работу на ближайшие 3 года. Жители дома 3А по улице Арцебушевской объединились ради доброго дела – сбора гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает администрация железнодорожного района. Благодаря их инициативе удалось собрать необходимые вещи и ресурсы, которые помогут военнослужащим справляться с трудностями в полевых условиях. Администрация Ленинского района Самары напоминает, что при заключении контракта военнослужащему выплачивают 2 миллиона рублей единовременно и 4,5 миллиона за первый год службы. Кто может встать на защиту Родины? Мужчины от 18 до 65 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. После подписания документа все новобранцы отправляются в учебный центр, только после подготовки на передовую. Заключить контракт на воинскую службу можно в военкомате по месту жительства, в пункте отбора или онлайн на портале госуслуги.